как происходит натаска собаки. Что вообще из себя представляет натаска? Натаска – это полевая подготовка собаки к охоте, то есть мероприятие, нацеленное на развитие врожденных охотничьих качеств и их корректировку. К моменту выхода в поле собака уже должна знать основные команды и отлично выполнять их на прогулке. Чем лучше у нее послушание, тем быстрее собака будет поставлена в поле. Обучение командам в натаску не входит. Причем разнообразие команд совсем не важно. Для успешной подготовки можно выучить 2-3 основные. Гораздо важнее послушание, чтобы собака выполняла вашу команду не только дома на кухне за еду, но и на прогулке и при игре с другими собаками.